На данной схеме видно, что построение формы начинается с разделения основного пробора по центру, который делит форму на правую и левую сторону на равные доли. Построение начинается с разделения первого дополнительного пробора, который начинается от края роста волос. Его наклон равен наклону скулы. Первая прядь простригается в линию. Видно, красная стрелка показывает направление к развернутой форме в линию. Зеленым пунктиром показана развернутая форма. Затем берется следующий дополнительный пробор параллельно предыдущему. Также красная стрелка показывает, что направление идет пряди в развернутую форму, к зеленому пунктиру, к срезу, в линию. Затем третья прядь тоже простригается в линию. Дополнительный пробор берется.